Здравствуйте, уважаемые девочки и мальчики, с вами ZigZagHedge. И мне очень непривычно говорить, потому что я решил попробовать поснимить в других наушниках. Наушники, собственно, беспроводные, и они не совсем наушники, они скорее накосники, начерепники, не знаю, называйте как хотите. Это такие хрени, которые передают звук через мозг. О, господи, через мозг. Я думаю, что через мозг, через череп, да, через кость. То есть, типа, они долбят мне по костям, и я от этого слышу. В связи с этим я себя слышу немножко по-другому, потому что, ну, фактически уши-то у меня открыты, да? Так, давайте переключим сценку. Нет? Я есть уже... Я есть уже, собственно, в майне немножко. У нас здесь есть эльфа и вот, и эльфичка меня пытается накормить всяким вкусным и полезным для того, чтобы у меня появилось больше сердечек. Вот, собственно, я тут пытаюсь есть всякое вкусное и полезное, но у меня что-то пока что хреново как-то получается. Я голодаю меньше, чем имею возможность сожрать. Что там вот еще можно? Еще что-нибудь еще одно можно сожрать? Можно сожрать фрукт. А, да, собственно. Вот, кое-кто тут нашел пиратский корабль, решил его разграбить, и теперь у нас есть вот такая шапочка. Она даже, более того, не одна. И вон там у нас теперь окошко в туалет закрывает пиратский флаг. Все. Будем гадить, как пираты. Ништяк. Зиги, броня из старостали, еда, которая будет тебя регенить. Вот рецепт смерти визора. Броня из старостали, это дорого. Черт ее дери. Так, собственно, по поводу водки, да? Волчек переподписался в течение 37 месяцев, за это надо выпить. Еще раз здрасте. Большое спасибо тебе за ресап, Волчек. Нет, на самом деле я, конечно, не про то. Я вот про это. Смотрите, я вот зашел тут сегодня к себе в ботанию, а у меня стоит вот такая вот фиговина. Это, собственно, эльфа решила приготовить попить. И не знает, как с этим дальше общаться. Я, собственно, тоже пока не смотрел. У меня об этом написано в кодексе. Если мы с вами откроем древний кодекс, там про это можно будет прочитать. Здесь, в Брювинге. Вот, здесь этот процесс описан, но посмотрим. К нам пришла Мадзиса, привет тебе. Вот, собственно, это большая на масленку похоже. И дальше, что с этим делать, да? Как тут что варить? Я, соответственно, пока этим не заморачивался, поэтому понятия не имею, как это работает. Я думаю, что однажды мы с вами обязательно займемся. Привет, Джин 555. С броней из старостали, может, потом и Гаю убить. Ну, ребятушки, что если пить все время молоко из ведра, Сангви? Если все время пить молоко из ведра, у нас с вами будет вот этот вот параметр пополняться, который молочка, да? Молочка будет пополняться, остальные не будут. Для того, чтобы получить дополнительные сердечки, по-моему, нужно, чтобы два параметра были больше 60, если я ничего не путаю. Ладно, без разницы. Хотя, на самом деле, лавы хотел сказать. Маны у нас здесь с вами накопилось. Прям, скажем, накопилось. Я даже вот сюда опять вылил остатки. Давайте переставим наш спредер вот так. Чтобы он на всякий случай нам здесь что-то делал. И я периодически подкармливаю Кикимору, поэтому она нам тоже здесь периодически генерит ману. Поэтому, в принципе, мана есть. Броню из старостали. Ну вот, если честно, ребятки, мне... А, кстати, во, у нас же здесь броня наша зажарилась. Ее же можно теперь будет бдых-бдых-бдых. Позитивное настроение, эльфиня, пишет позитив. Что сегодня планируешь сделать за стрим? Не знаю, Докина, вообще понятия не имею. Диаблистик к нам пришел. Времени хватит, чтобы начать изучать измерение Эребуса? Нет. Эребусом, ой, душа Феофорота слишком слабая. Это что значит? Его кто-то, у него кто-то высосал душу! Зи, привет, а я тут забежал вовремя, ничего не пропустил, всем добра. Эмиральд, здравствуй, нет, пока ничего не пропустил. Я Айна Луси, привет тебе. Не ешь отдельно овощи, фрукты, приготовленная еда дает больше. Логично, но я лентяй. Ну да, ну так я как бы получаю... Что? Так я получаю по отдельности все? А так все вместе, за один присест, скажем так. Фифня перетыкался. Везение 80 уровня заспаунил портал в Незере прямо над лавой. Это бывает, Витал Рекс, у меня тоже такое бывает. Так, там что у нас, ночь? Если там ночь, я пойду немножко... Получаю повреждения. Мне это надо для того, чтобы раскачать армару. Монстрики, где вы, монстрики? Монстрики, у меня тут прямо ништяк. Созвездия на небе видны. Кстати, да, армара, собственно, ваша взошла. Моя армара взошла. Монстрики. Ну кто-нибудь, только не очень толстый, нападите на меня. Где все монстрики? Сейчас я знаю, вылезет какой-нибудь, блин, ликонит, который ядом в меня будет долбать и съест. Откусит мне что-нибудь. Дерево рубить ночью? Смысла нет. Я уже днем рубил дерево, я специально для этого, кстати, это делал. Посмотри испытания в ботании, они обозначены кубиком в книжечке. В смысле, посмотри испытания в ботании.
Всем здрасте, я почти не опоздал. Привет, призрак! 56-й. А ты здесь все собрала, да, и нашла хоть что-нибудь из Незерворда, нет? Мы тут, на самом деле, плавненько хотим начать заниматься рутсом, но для этого, вы не поверите, что не хватает. Не хватает диорита для того, чтобы сделать пестик. Это ужасно. Ну, монстрики, ну, блин, кто-нибудь. Вот когда не надо, вас здесь... Хоть чем ешь, канат ни одного. Я, конечно, знаю, где мне точно дадут люлей, но... Я не хочу так делать. Можно сходить в Незер. Там всегда рады. Очень гостеприимные. Может, голос изучит Армару и зачаруется? Холдберг, для этого нужно ей сначала взять, соответственно, листик, потом взять телескоп, найти ее на небе, нарисовать. Я не уверен, что она это сможет сделать без моей помощи. Или попробуешь? Она не хочет. Да, кстати, я починил портал. Заодно поставил себе ту отметку. Я не знал, что такая фигня в 1.12 есть. Если честно, впервые я с таким столкнулся. Оказывается, глаза на портале должны смотреть в определенную сторону. И если вы их поставили неправильно, то вот что делать, если у вас нет креативки? Вот хз, вот честно. Диорит крафтится? Блин, диорит крафтится. Да он не крафтился никогда. Вань, спасибо, я не знал. Два незеркворца и два этих самых булыжника. Рутс на 1.12.2 сырой еще. Можешь подумать, на 1.10 он был вверх стабильности. Нет, малых друзей мы, конечно, вызовем, но это уже будем делать днем. Ладно, пофиг. Не хотят и меня убивать, и не хотят. Серваку все хуже и хуже. Но что поделаешь, играть-то надо. Вот да, вот только не настолько же хуже. Он крафтился всегда. Ну, если честно, ребятки, я вот этим вот... Ничего никогда старался не делать, потому что мне не нравится, как он выглядит. Поэтому я, соответственно, не смотрел, крафтится он или не крафтится. Чизель добавляет. Привет, Зиги, не бейте, но я платный подписчик Лололошки. Я удивлен, но платные сабы, чат в Телеграмке со спонсорами, достаточно адекватно. Если зайти в комменты и чат на стриме, то хочется плакать. Ну, окей, Шамле, спасибо тебе за 40 рублей. Две или три сборки крафтится? Обалдеть. Но я же говорю, что я из него, как правило, ничего не строю, поэтому мне он не сильно нужен. Так, что касается визоров и всего прочего. А, у нас тыквы так и не выросли, да? Ну, одна штучка мне мало, мне нужно минимум 4. На 1.10.2 в нем контента больше, чем в 1.12.2. Я сегодня пересматривал твой обзор, по нему, кстати, спасибо. Crazy Welder, я вроде как посмотрел, судя по книжке у себя в сингле. Вроде все есть, то, что было в 1.10.2. Я Шеймл, а не Шамл. Шеймл Эмперор. А, ну окей. Пусть будет Шеймл. Человек с непроизносимым ником написал что-то непроизносимое в чате. Ладно. Не будем обращать внимания, да? Блин, док радио. Зачем я сюда... А, ну да, вспомнил, зачем сюда как раз поставил. Потому что кто-то очень просил. Декокрафт. Бла-бла-бла-бла. Killfine, большое спасибо за риса в течение 14 месяцев. Большое спасибо за поддержку ей. Ну а что, еще месяцы всем кусняли, не почту выводить. Упарин? Killfine, ну, не знаю. Да пока нет, пока не упарин. Пока я, собственно, думаю, чем бы заняться. Что три штуки? Ну, можем один раз попробовать. Ну, нет, все-таки должен быть запас. Три штуки самый минимум. Так, а давайте тогда пойдем подолбимся, что ли. Я вам могу сказать, зачем я хочу начать развивать рутс. Рутс я хочу начать развивать ради... Standing Stone of Healing. Вот этот вот. Который мне помог бы с Blood Magic. Blood Magic, соответственно, я себе довел алтарь до второго уровня. Привет, Зик, привет, чатик. Не сильно опоздал, что пропустил. Привет, Алзай. Нет, не сильно, ничего пока не пропустил. А, ты здесь же рутс решил разводить, да? Это не очень хорошая идея, если честно. Тут алтарь будет как бы не пришлось дом расширять. Я не помню, какой он будет по размеру. Даже не сомневаюсь. У нас с вами есть, соответственно, алтарь второго уровня. Теперь нам надо плавненько идти к алтарю третьего уровня. Единственное, что как-то, ой, как-то вот грустно все это вот так самостоятельно делать. Надо бы что-нибудь придумать в плане автоматизации. А здесь надо будет посмотреть, какие моды у меня есть в распоряжении для того, чтобы что-нибудь автоматизировать. Потому что я не знаю, насколько это вообще возможно. Магия крови вместе с магией духов. Да, с одной стороны, да, с другой стороны, места жалко. Понятно.
давайте немножко поделаем штучки. Ну вот еще одну, и я закончу, я обещаю. Залипательное занятие, на самом деле, стоять, смотреть, как камушек превращается в сигилу. Ну, давай. Делайся, и мы пойдем. Можешь потыкаться. Кровь голоса, да, может идти в мой алтарь. Вот. 9 штучек у нас с вами таких осталось. А, давайте сразу, вот, я знаю, что я хотел сделать на стриме. Я хотел себе сделать сигилу прозрения, или как она там у нас в русском переведена? Sigil of Divination, короче. Нам для этого нужен Arcane Ashes. Arcane Ashes. Ashes, Ashes. Вот он, как делается. Hellfire Forge. Ё-моё. Адская печулечка. Пойдемте крафтить адскую печулечку. Штука, вернись сюда. Не хочу я тебя с собой таскать. Привет-привет, ребятки, кто к нам присоединяется. Так, адская печулечка. Два железа, блок железа, понятно, не два. Немножко побольше. 11. Одно золото. 4 гладких камня. Раз, два, три, четыре. Надо пойти что-ли покопать, где у нахов поубивать, гладкий камень заканчивается. Я понимаю, что это самый, конечно, упоротый способ добычи гладкого камня, но почему нет? Так, Hellfire Forge, в который нужно запихать что-то там было. Arcane Ash. Arcane Ash. Gunpowder, Bone Meal, Redstone и уголь. Gunpowder. Redstone. Они у меня прямо здесь рядышком. И уголь. Жалко, нету Bone Meal. Но это, собственно, логично. Так, Bone Meal. Единственное, что я не помню, эта штука сама по себе работает, или ей там какой-то уголек нужен. Забыл все. Привет, эльф. И куда мы это дело поставим? Я думаю, куда-нибудь вот сюда. Бдык. Ну, бдык. Бдык, бдык, бдык. И что-то надо было сделать. А, волю уже сюда нужно было запихать. А где у меня все воли? Вот мои воли. Какую-нибудь волю, которая... Вот 1.83. От какого-то безвольного моба. Кажется, вот так делается. Во! У нас с вами получился Arcane Ash. Теперь для того, чтобы все-таки сделать сигилу, нам нужно Redstone. Я опять забыл, как делается. Привет, птиц! А мы, в принципе, сейчас прямо здесь нарисуем, я думаю, если сервер меня пустит домой. Так. Блин, я сигилу не взял. А! Дебил. Дебил без сигил. Это про меня. Бзык. Сигилка. Так, нарисовать круг. Вот здесь хочу круг рисовать. Вот, нарисовали круг. Кидаем туда редстоун, да? Кидаем... Нет. Правый клик редстоуном и правый клик бланкслейтом. Ух ты, поменялась немножко графика. Прикольно. Привет, а я уснул, пока ждал стримчик. Дамирка, здравствуй. Ты не поверишь, я чуть не уснул, пока готовился к стримчику. Все еще хуже. И у меня затекла нога. Нога, не отваливайся, пожалуйста. Так, у нас с вами появился Divination Sigil. И теперь мы с вами сможем посмотреть, сколько здесь... Сначала к себе привязать. Сколько здесь эссенции? 2740. А сколько эссенции в шарике, почему ты мне не показываешь? А, сигила? Ты же должна мне показать, сколько эссенции... Нет? Так больше не работаешь? Сколько эссенции в шаре, ты мне не покажешь? Покажи мне шар. Покажи мне про шар. А, это он им показывает, сколько эссенции в сети. Погодите, а как же тогда смотреть, сколько эссенции в алтаре? А я готовил школьную пиццу из того, что было. Птиц, я, собственно, не понял, а почему она школьная? 2940. Слушайте, она что, теперь не умеет показывать, сколько в алтаре? Это же печаль, потому что, собственно, знать, сколько в сети мне особенно не нужно. Мне нужно знать, сколько в алтаре. Что за хрень? Вроде же такого не было раньше. Это же печаль.
Вот ты, блин. Потому что в школе она была именно такая. Понятно. Слева сверху при наведении на алтарь. А, у меня там этот самый. Вот, собственно. А вот вопрос решился, да? Где мой The One Probe? Я не вижу то, что написано из-за The One Probe. Спасибо. Не вайлай. Left X минус один. Кто к нам пришел? А, зверинка, привет. Во. Теперь я вижу, что это алтарь уровня 2, и там 1500 из 10 тысяч. А интересно, он показывал и без Сигивы, да? Нет, без Сигивы не показывал. Ладно, так тоже хорошо. Да-да-да, все, увидел. Увидел, ребятки. Отлично. Это позитивная новость. Давайте сюда эту фигню скинем. И тыкательный кинжал, в принципе, тоже. Так, и давайте посмотрим, что мы можем съесть для того, чтобы себе немножко больше здоровья сделать. Как наушники, пока все слышно немножко страннее, чем обычно. Пока не знаю. Нет, сами-то все наушники ничего, но вот я не знаю, насколько они для стримов подойдут. Блин, я забыл туда скинуть свой шарик. Есть. Есть немножко пшена. Думаю, хорош немножко пшена есть. Надо поесть еще овощи. Овощи, сейчас поем овощи. Вот, съем турнип. Не знаю, что за репка. Овощ, овощ. Что-нибудь поменялось? Да, 1%. Интересно, как наушники выглядят на тебе. Ну, просто как такие дуги. Ура, ты вернул табличку в центр. Теперь хоть понятно, что там и как. Да, теперь везде там будет написано waiting for server. Сервер, а это что такое? А я это не могу уже твой хаш съесть. Хаш-хаш, не влезает хаш. С собой, а я не знаю, куда мне идти. С рюкзаком. А, ну я забуду о том, что у меня там лежит, я гарантирую. Ладно. В таком случае, пока мы ждем, что нарастут тыквы, давайте попробуем сделать две вещи. Мы можем себе сделать еду. Давайте сделаем две еды. И пойти попробовать приручить злобного глаза, который живет у Дамира. Во. Но для этого сначала надо еще не забыть сделать Soulstone. Soulstone, 4 алмаза, 4 хрени. Давай, серверик, дай мне, пожалуйста, ресурсы мои. Они мои. Они не твои. Хотя нет, они твои, ты сервер, блин, здесь все твое. Ничего с этим не попишешь. Че, 5 штук? 5 тыкв есть? Это хорошо. Тогда мы сейчас сходим, приручим злобного глаза и попробуем пойти где-нибудь в катакомбах убить визора. Идти, куда глаза глядят, точно. Буквально причем. Только в данном случае, наверное, не глядят, а ведут. Там я видел, что мне надыбали очень одну важную вкусную вещь. Ей, 4 уже седла, только что 3 было, когда ты успеваешь. Главное, не забыть, на ком у меня сейчас седло стоит. Саламандра, на тебе есть седло? Я на тебя сел, значит, на тебе есть седло. Саламандра, уходи. Тигр, на тебе есть седло? Ой, тигр! Ой, теперь нас, нам вместе теперь хреново. И на тебе есть седло. Отлично, то есть у нас с вами 4 седла запасных. Нет, нельзя. Не пробовал ванильный метод убиения визора под крышей Незера? О, Вань. Незера, говоришь? Он сервер тут все его не... сервер твой, да. Это опасно! Опасно в Незере-то. Мне просто на самом деле надоело прыгать по деревьям, я хочу летать. Летать я хочу именно на глазе, я не знаю. С детства, знаете ли, такое вот желание летать на глазе. Поэтому пойдемте искать глаз. Надеюсь, что Дамиров разлом меня не съест. Да, кто не в курсе, собственно, Дамир доигрался с Таункрафтом. У него там случилось. Я, правда, к сожалению, не смог посмотреть его вчерашний стрим, потому что работал. Но наслышан, скажем так. Что там творилось? Да чего ко мне пристали с этой террастарью? Вы хотите сказать, что броня из террастали действительно такая клевая? Я ведь сделаю. А потом, если она окажется говном, то что мне с вами делать? Побанить всех? Я думаю, вам пофигу.
Что-то мне кажется, что одно здесь с другим никак не соответствует. Не коррелируется, скажем так. Броня из Старостали лучшая. Откуда информация? И чем она лучшая? В смысле, то, что защищает больше всего? Я потеряю, кстати, свою защиту от визора успешно с этой броней. Все три разлома закрыл вроде как обычный. Сильвервуд, посаженный рядом, закрывает разлом. Так все просто, что ли? Ха! Блин, ну я, если честно, я так думал, что Азанор наконец-то сделал из разлома что-то ужасное, что чего нужно бояться. Если Сильвервуд его закрывает, то какой смысл? Убил ночь, чтобы повторить путь до мира. Короче, закрывание разлома на башне ему не понравится. Вообще, не юзаю броню из ботании, она не так защищает, как там написано. Вот мне тоже так всегда казалось, если честно, Килфайн. Разломы рано или поздно сами закроются. Во как. Броня из Старостали — это броня из алмазов плюс встроенный мендинг. Охренеть! Мне мендинг очень, конечно, поможет в битве с визором. Я буду мертвый, но зато в целой броне. Охрененно. Во, кстати, надо еще Rift Remover с собой теперь таскать. Я чувствую, тут он что-то. И пошел Holy War. Что лучше, броня из Таума или броня из Ботании? Я сейчас все вообще сделаю броню из Roots. Она, конечно, никакая, но зато выглядит прикольно. Есть подозрение, что Сильвервуд помогает только с мелкими разломами, которые ты сразу заметил. А если запустить, его только взрывать одной штукой, которую сложно открыть в книжке. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, опасно. Не хочу сюда ходить, тут туда мира всякие злобные рыбы водятся. Надо осторожнее так подняться. Зиги, как ты мог? Как ты мог посадить голос на кактус? Рисунок в группе. Она сама попросила. Ну, на самом деле, изначально это был не кактус. Изначально это просто была надпись. А потом он говорит, а сделай, говорит, кактус. Да, я вчера немножко посидел с Cinema 4D, потому что захотелось узнать, что же это такое. Но не то, чтобы даже узнать, а самому попробовать. Так, глаза. Где вы? А я не знаю, глаза днем спавнятся или нет. Дамир, где у тебя здесь можно глаз найти? Я знаю, что он всегда тебя находит, а... Кстати, судя по карте, здесь вообще ни одного моба нет. Куда все мобье делось? Ну, давайте пропустим ночь, ладно. Может быть, они днем тоже вылезут. Дамир ко мне одну штуку, по-моему, днем показывал как раз. Дамир, а у тебя можно где-нибудь в конюшне переночевать? Во! Я вот посплю. Визор убивать в карманном измерении? Позитив. А вот эта идея, кстати. А вот эта идея. Просто походи по горам, днем не появляются. Ну, ё-моё. Чокай. Чё, Феф? Можно было не спать. Ну, блин, а нафига эта ночь пропустилась, они днем не появляются? Ладно, давайте посмотрим, что есть у Дамира с разломами. Где они хоть были-то? Я там на карте вижу, по-моему, одно загаженное место. Давайте дойдем до загаженного места. Может, там и глаз вылезет какой. И тебя, и визора в лимбо пошлют добрые твари. А чё это они пошлют? В карманном измерении добрых тварей нету. И насколько я помню, эту самую... Ткань реальности нельзя никак срубить. Будь здорова. А вот, кстати, дверь не собьет ли? Это интересный момент. Ну, ребятки, надо же просто попробовать, правда? Во, Дамир, смотри, у тебя здесь это. Тентаклиня. Можно я ее убью? Или тебе нужна? Тут еще какой-то... Ой. Я заразился тейнтом. Ух ты, а прикольно, смотри, оно Сильвервуд захватывает. И оно становится каким-то другим совсем деревом. Если бы я не знал, о чем вы говорите, я бы подумал, что вы чернокнижники или сектанты. Только на дистанции можно убить, да? А я могу пульнуть оттуда своим лучом. Пью! Пью!
А что там горит и ничего не видно? Вообще, судя по звуку, по-моему, нифига не происходит. В общем, не знаю. Если ты все равно собрался заходить, может, сам убьешь эту странную пульсирующую штучку. Так, ладно, где глаза? А, ночью даже надо ждать, да? А это что за деревья? Такое ощущение, что рукотворные. Дамирка, ты занимался ландшафтным дизайном? А, или такие темные дубы просто выросли? Там 60 хп, да? То есть, можно долбить дальше? Пойдемте долбить. Это конец земли, господи. Просто я даже не вижу, сколько у него сердечек. Привет, Винди. Просто я не знаю, с таким звуком это... Оно ломается или ему пофиг? О! Дамирка, там кристаллы. Если я их соберу, мне будет плохо, наверное. Нет, я ближе не хочу подходить, я боюсь. Упс. И? Чё, их взять-то не могу? Куда они делись? Ну, эй! А, вот они, три штуки. Кристаллы не делают плохо, это хорошо. Ох, ё, там полезло что-то, Дамирыч! Там полезло! Там реально что-то лезет. По-моему, это дерево надо срубать. Тут скоро все загадится, станет сиреневым. Помог называется, да. А не, вроде, смотрите, начало очищаться потихоньку. Сейчас это вылезет, наверное, и все будет хорошо. Дерево распадается. И маленький желтенький, господи. Маленький сиреневый слизнячок. Слизнячок, он исчез. Вот дебил. Дерево тает. Ты убил оскверняющие щупальца. Воздух чистый, вот и все, заражение умирает. Понятно. Ну да ладно. Глаза. Где мои глаза? Глаза. Вы должны быть в горах. Че я прыгаю, у меня же есть степозист. Так вот, я их к ним и иду, собственно. А, нет. С этими не должен. Так, давайте, наверное, уберем колечко. Devil Dust у меня есть с собой. Отлично вообще. Можно, кстати, съесть, наконец-то, хаш. Нам-нам-нам. Ну, есть-то будем. О, нечто. Уголечек. Что за привычка? Ну, это же уголечек. Как можно пройти мимо? Вот, может, вылезет дрянь заодно, меня немножко покоцает. Не? Дрянь не вылезла, как назло. Тут типа так и было. Тут не было угля никакого, не. Вот. Тут вот такая гора была странная, сразу. Блин, это грибы, я думал, это враги. Грибы, это наши друзья. Здесь только феечки. Нет, они не в болотах, они на горах. О! Ну как, ну я не могу. К тому же уголь у нас, по-моему, там заканчивается. Не, ну он не нужен в промышленных масштабах, так-то чего бы нет. Да. А вот, собственно, и источник гладкого камня. Прилетело. Я знаю. Ну, он уже готовый здесь. Уже жарить даже ничего не надо. Да, я помню. В смысле 400 с лишним тысяч? Гладкого камня? Там его 80 или что-то типа того. А, ну каблы туда, а каблы дофига. Зиг, ты неисправим. Да.
Стига защищает закон подлости, а не Армара, точно. Священные трусы Геонаха, придите. Точно, вызвали. О, тут чуть больше стака получилось. Так, ну ладно. Блин, вот там этот действительно дебил, который очень любит подбрасывать в воздух. А? Че, пырь-пырь не получится? Хрена себе. У меня этот самый, по-моему, со сбитым прицелом. Моя пуляка. Ей. Еще есть кто? А здесь высоко тогда, 105. О, там Дамирка ходит, надо ему пойти отдать эти самые. Видюмы, как они. Кристаллы эти дурацкие. Давайте найдем Дамира. Блин, у меня из-за бафов не видно карту. Но Дамир где-то здесь. Вон он. Прыгает. Я вижу его неймтег. Ау. Пуляет тут из рук, понимаешь ли. На. А это что? А зачем ты мне это дал, Дамирыч? Это мы с тобой так поменялись? Я тебе кристаллы, ты мне... Бревно с дыркой? Нет, спасибо, мне не надо. Но страшно. Блин, уголь. Как так-то? Хрена, Геонах на свободе, Геонах на свободе. Ой, а там что-то интересное. Лава. Нет, лава это не интересное. Вот. Ну вот, еще немножко. Так, ладно, мы здесь ищем на самом деле этих же. Глазов. Поставь бревно на пол. Я его уже выкинул. Блин. Дамирка, твоя гаранта давно издевается. Интересное место, где можно покопать? Не, спасибо. Я все-таки сюда не покопать пришел, а с глазами. Копать это так, это случайно. Да. И у меня закончился этот кабл с собой, который был. Кто к нам пришел? Мирайлен, привет тебе. Не. Будет чё? Вкусное. Ну где глаза-то все? Так да, они все время Дамирку мучили. Они же ему башню раз это разрушали. Ритуал призыва ночи, он мне не с собой. Хотя, наверное, да. Наверное, другого варианта нет. Ты сможешь сделать? Скоро ночь? Мучили ночью или днем после ночи? Ну вот, что-то они пока не мучают. Птиц, я потребляю вкуснякину. Да, это Дамиркина башня, Фиаф. Я потребляю вискас с колой. У меня в комнате для занятий Black Magic справа стоит сундук. Там есть блок лазурита. И блок, который называется Imperfect Ritual Stone. Надо поставить блок Imperfect Ritual Stone, на него поставить блок лазурита и нажать правой кнопкой пустой рукой по блоку нижнему. Хотя вроде как действительно ночь наступает, или мне кажется. Сансет, закат. Да, уже можно не делать. Сейчас будет ночь. Да, вискас с колой, что такого? А чего вы ржете-то? Я даже на рисовашках, собственно, вискас рисовал, как виски. Это же вискас. Во, я вижу появление первых созвездий. Я вижу этого, Козлодоева. Башня Дамирки похожа на стакан. Не. И... Ну. Чупакабра. Хрена себе она меня покоцала. Теперь я понимаю, Дамира. У меня есть такое ощущение, что у меня лагов меньше в около дома.
глазы, глазурь. Сделаем глазурь из глаз. Глазурь из глаз. Это не Dynamic Surroundings, это как-то по-другому называется, но суть та же. Привет-привет, ребятки. Приучить козлодоя? Нет. Глазики. Глазики. Ну спаунитесь уже, глазики. Хотя нет, пока можете не спауниться. Блин, мне даже съесть нечего. А могу я сам эту еду съесть? А, это же кукт, чупакабрамид. Я могу. Одну оставлю. Atmospheric sounds, по-моему, да, по-моему, как так называется. Ambient sounds, вот. Спасибо, Феф. Ну, блин, будет здесь кто-нибудь спавниться-то или где? Класс. Я знаю, надо подойти ко входу до Миркиной башни, встать рядом, и тогда сто пудов тебя какой-нибудь гад стрельнет, разнеся полбашни. Это же так именно работает, да? Как я понимаю. Вообще никого на радаре. Совсем. Давайте стрелять в созвездие. Ну, блин, глазик. Вот почему, когда вы нужны, вас нету. Когда вы не нужны, вас здесь дохрена. Мне вчера этот вопрос задавали, все думали, что это Матмос. А это не он. Да, я на самом деле искал Матмос и нашел, ну, вроде как, намного более подходящий по набору звуков мод. Нет, это башня Дамира. Это не башня Саурона. Саурон не играет у меня на сборке, на сервере. Он занят более важными делами. Он себе, наверное, новую башню строит. Глаза! Ну давайте, если мы с вами за эту ночь не найдем глаз, то хрен бы с ними. Значит, не судьба. Пойду приручать кого-нибудь другого. Хотя, естественно, по закону всемирного свинства я ни руха себе не найду никого. Привет, Мефиктофель. Осьминог и головой вниз. О, блин, Дамир. Спасибо, что показал мне глаз, конечно. Только мне бы все-таки свеженький. Молоденький глазик. Ну, они же действительно горные твари. Дамиру прилетали с гор. Найди там дракона и приручи его, ага. Я нашел уголь случайно. Я только все помыл, все свеженькое. Саурон воплотился в Дамирку? Не. Он так не сможет. Вообще ни одного... Я не то, что агрессивного, Дамирыч. Я ни одного вообще не вижу. То есть реально нет никого. Блин, уголь только есть. Я понял, я к тебе, короче, за углем пришел. Че вот? Что это? Глаз? Глаз. Глаз. Будешь кушать? Ам? Еще хочешь? Ам? Еще хочешь? Ам? Еще хочешь? Ам? Ну кушай, эй. Жрать будем? А, это мой. Так, я его приручил таки. Ать. Ну, ать. Ну, ать. Так, все. О. Все, теперь его можно, по крайней мере, убрать. Блин, так по мне теперь другой глаз стреляется. Надо отсюда как-то сбежать. Пока нет. Мне надо как-то сбежать. Так, это мой глаз или это не мой глаз? Где мой седло? Глаз. Ей! Я на глазу! Тут ты, блин! Что я сделал? Правильно, нажал Shift. Что не надо делать на летающих модах? Мобах. Правильно, нажимать Shift. О, а главное, что я близко. Я же не зря поспал у Дамира в кровати. Я как знал, что я нажму Shift, летая на глазу. Давайте пропустим ночь.
Нет, он никуда не денется, все, он мой. Себя на глаз натянул. Вот да, вот очень похоже, если честно. Да ладно, что, ребятки, веселуха же. Мы с вами 53 минуты искали глаз. У Фефа бессонница. Не копай под себя, не нажимай shift на глазах, точно. Да ладно, что это фейл года-то? Я так регулярно делаю. Хотя, в принципе, да, год только начался, а можно и так посчитать. Ребятки, давайте с вами устроим перекурчик, пока мы здесь спим, пока у Фефа бессонница, да? Потом вернемся и пойдем делать карманные измерения. Тык. Да. И, ребятки, возвращаемся. Так, мы успешно поспали. Давайте уберем глаз. Есть? Дизмисс, глаз. Будь со мной. И к нам пришла Льёва. Привет тебе. Так. Ой. Теперь главное найти, где я. Погиб! Энд-портал. Дес. И Сатива к нам пришла. Привет. Поплавать, что ли, здесь у Дамирки, пока покупаться. Все пока без одежды. Буквально голенькие. Вот Дамирка тут бегает. Блин, уголь, а мне его даже копать нечем. Ладно, фиг с ним. Оставим остальной уголь Дамиру. Только он ему тоже понадобится для чего-нибудь. Когда глаза пойдет ловить. И Дайнека к нам пришла. Привет тебе тоже.
Такое ощущение, как будто вы одна семья, не знаю, все вместе пришли. Какая же удобная модификация на могилке. Я прямо это, тащусь. Так, ну а теперь-то я смогу себе спокойненько долететь до дома при помощи моего нового глаза. Новый, небитый, некрашенный саман. Где ты? Глаз. О, привет. Я тебя как-нибудь назову, стой. Я на тебя хочу лететь. Так, не нажимать на shift. Не нажимать на shift. Где мой дом? End портал. Astral Temple. Дверь 1. Home. Туда. Мы одна твоя семья в виртуале. Окей. Все, у меня опять полная сумка эпичной жратвы. Феф опять нашел какую-то сундульку. Я на самом деле в этой сборке сначала забыл отключить, потом думаю, отключить или не отключать уж. Решил, что ладно, фиг с тем, пусть будет. Здесь вроде не стоит никакие Spice of Life и прочее. Ctrl нажми, чуть быстрее лететь будет. Да, вижу. Окей, Дамирович, спасибо. На атаку, на смысл. Взорву еще что-нибудь. Дамирки башню. Отсюда. Прикиньте, сейчас лаганет так. Я куда-нибудь пульну, а на самом деле у меня оттуда полетит. Вот прикольно будет. Давайте вот попробуем вот этого завра. Э? Мимо. Пью. Буду. Завры. А, ты накрафтил золотую сумку гамбургеров. А чё им пофигу-то? Я бы уже сдох 20 раз. Хрена. Смотрите, какая фигня вылезла. Ты из взрывов вылезаешь, да? Ребятки, сейчас, секунду, я не могу, к сожалению, прочесть вашу почту. Ну, сервер, очнись, пожалуйста. Бдых, бдых, бдых. Блин, он меня еще и траванул. А я еще нажимаю не на те кнопки. Так, не нажимать shift, не нажимать shift. Только не нажимать shift. Ну и куда ты делся? А, вон он. Так, немножко ниже прицела надо хренячить, да? А че он не умирает-то? Ему действительно, по-моему, пофигу. Ладно, хрен с ним. Пусть живет. Как всегда, пригласишь Зига приручить злобоглаза, он не уйдет, пока весь уголь не вскопает. Да. Да то, что Ctrl рядом с шифтом, это не страшно. Это я не очень боюсь. А я могу прямо-таки ведь на крышу спрыгнуть, да? Так, оба. И нажал на shift. Но сейчас я это сделал специально. И, если честно, я планировал то, что я улькнусь в бассейн славы, но немножко промахнулся. Зачем взрывом того, кто от него рождается? Да пофиг. Вот, это к вопросу, что я пытался здесь питаться, да? Всяким разным. Чё питался? Но сейчас надо что-нибудь съесть. Давайте что-нибудь съедим. Вот. Вот. Там. Был сферожор, стал... Все вокруг взрыв. Стал... глазолет. Вот. Я его назову глазолет. Мы съедим когда-нибудь этот бургер? Он бесконечный. Я успел проголодаться, пока ем бургер. Да съестся он или нет? Лапка, привет тебе. Славой, с маной. Ну блин, я не могу съесть этот бургер, он очень большой. Прогресс, с каждым стримом я опаздываю все меньше. Привет, Иван Кулагин. Слушайте, это несерьезно. Он в меня не влезает, это невпихуемое. Прям хоть реально ставь этот самый. Да, Феф, от летучих мышей не отключено. А, я понял. Он, видимо, не взялся. Это был десинг. Рот маленький, не лезет. Во! У-у-у! Я утки съел. И можно что-нибудь еще съесть.
батат. И что-нибудь еще съесть. Ну, морков. О, ништяк, зато протеином обогатились, по самой не боюсь. Так, давайте скинем сюда все. Земля, как обычно, не влезает, поэтому землю мы скидываем вот сюда. И давайте себе сделаем карманное измерение. Карманное измерение. Интересно, кстати, вам слышно или не слышно? У меня соседи устроили вечеринку, судя по громкости музыки. Так, вот у меня теперь есть еда для Саламандра и еда для Бихолдера. Ништяк. И Rare Earth. Rare Earth вот здесь у нас живет. И три железочки откуда-то взялось, пусть перерабатываются. Как-то так. Так. О, у меня же была Саламандра с собой, чего я ее не съел. Интересно. Карманное измерение. Dimensional Doors. Кварцевая. Вот, создает путь в ваш персональный карман. Чин-чин-зик соседям. Если эти упыри опять до трех ночи это будут делать, придется чин-чин делать по-другому. Стабильная фабрика. Господи, Феф, зачем тебе столько бургеров? И две нестабильных фабрики, две нестабильных ниточки. В каком они у меня сундуке были? Эй, сервер, очнись. Я же где-то их видел. Какой сундук я их запихнул? Блин, куда я их запихнул? О! Тык-тык. Так, и... Дверь из кварца. Феф хочет открыть свой Бургер Кинг. Точняк. Quartz Dimensional Door. Где у нас будут стоять двери? Я думаю, на втором этаже. У меня здесь, собственно, есть комната с чаровальнями. И здесь же я себе, пожалуй, поставлю двери. Во. Хочу взять раз, два, три, четыре мрамора. Хотя, ладно, потом... Нет, хочу сейчас. Некрасиво. Бла-бла-бла-бла-бла. Лентао, большое спасибо за сабскрайб, добро пожаловать на борт, ей! Или даже снова, я не помню, это у меня был сабскрайбером или нет. Лентао, да. Гипермаркет. Гипермаркет Лентао. Зи, не забудь, что ты где-то положил ранее скрафченные двери. Да. Не забудь поменять спаунпоинт. Да, слушай. Точняк, большое спасибо, Эмеральд. Я, правда, не сразу понял, что ты имеешь в виду, но да. Иначе я каждый раз буду от Дамирки там вылезать. Надо пропустить ночь. Карат давно был. Окей. В таком случае, добро пожаловать на борт снова. Ты в онлайне? Надо... А, ты АФК. Поспать бы просто надо. Чтобы у меня спаунпоинт установился. О, спасибо. И кто-то к нам еще пришел. Курайсекс, привет. Где наш мрамор? Где наш чизл? Если бы я помнил... Вот эти. Вот такие должны быть. Я более того, подумал, что я на этих дверях... Уйё. Что я на этих дверях себе сделаю еще и проход во всякие другие места. В Незер, там, в Энд. Ну, где наше карманное измерение? Надо было, наверное, раздеться сначала, на всякий случай. А че оно теперь все белое? Не хочу. Оно же раньше было все черное. Измененная теперь ткань здесь. Размер. Размер такой же, судя по всему. Ни хрена! Грю! Грю! Грю, как ты посмеешь? Что? Что это такое? Откуда у вас столько-то? Эй! Эй! По-моему, я создал спаунер. Психушка, не то слово.
Мне теперь одно интересно только. А как мне это добывать-то все? Надо взять себе, наверное, меч. И надо себе взять факелов. Судя по всему, несмотря на то, что там ярко, там может спавниться куча всякой дряни. Это плохо. Потому что в таком случае, извините, битва с визором не будет облегчена наличием этого измерения. Вот оно стало черным, да уж. Слушайте, по F7 на самом деле здесь все вообще хорошо. Я не понял, почему я умер. А я, простите, где? И почему мне 500 метров до... Это, простите, как? Да... Что происходит? Во-первых, я не понял, почему я не в своем измерении оказываюсь. Грю спавнится вне комнаты. Погодите, тут какая-то хрень происходит. Как это не постоянную дверь? Написано, что это путь в твой персональный карман. Кварцевая пространственная дверь. Я что, каждый раз в новый карман буду выходить? Это, простите, что за галиматья? Это нахрена мне такое? Это опять хрень не перекручивается. Слушайте, я реально каждый раз новый карман создаю. Может, мне отсюда надо хоть раз для приличия выйти? Батарашка, так вообще-то это так и должно было работать. То, что комната всегда должна быть одна и та же. Что-то пошло не так. Не то слово. Вот сейчас та же. Он что, при смерти не сохраняется? И мне все еще интересно, а как же в таком случае здесь избежать спауна всяких гадов? Гейммод 1 за могилкой. Судя по всему, да. Но... Да. Отлично, на мне остались очки. Потому что они soulbound. Да что-то я уже не уверен. Пока, я думаю, не надо. Вообще можно, конечно, но думаю, что это сейчас не хорошая идея, учитывая, как они работают. Не, ну ладно, гейммод 1, конечно. Белая комната, где Морфеус и стеллажи с оружием. А, кстати, да. Олзай. Ты прав. Гейммод 3 вперед. Где-то вот там вот. Смерть моя. В 600 блоках. Soulbound после нескольких смертей слетает. Ну и ладно. Мы зато с вами... Тут прямо, да, смотрите. Ликониты спавнятся в... Вы это видели? Вот это, я понимаю, мой карман. Я живу в кубике! Похоже на комнату из психбольницы. Учитывая то, что там еще и ликониты всякие спавнятся, которые тебя типа убивают, да? Дримспой, я боюсь, не получится. Я вот, собственно, вот к чему. Здрасте, Зик, чатик эльфа. Эльф приперся с работы в выходное, что значит чин-чин. Хз, почему? Темный эльф, рад тебя приветствовать. Чин-чин, тебе тоже. Владимир, 183, тут вопрос в другом. А если я сейчас в этой комнате умру? Вот, допустим, я сейчас верну себе вещи, да? И потом опять умру в своей уже комнате. Она опять заново сгенерится? Дверь больше внутри, чем снаружи. Да.
Нет, я хочу полетать. Я не хочу ТП. Ну вот охренеть теперь. Тут уже всякого наспаунилось по самой неболуй. Есть у меня ощущение, что я могу не успеть это взять. Черт! Чё с этим, блин, делать? Я из-за микрофона не могу быстро печатать. Я могу печатать только одной рукой. Где окажемся? В той же комнате, да? Как вот люди печатают одной рукой? Как вы это делаете? Это же неудобно. Ладно, давайте телепортируемся. Действительно попробуем к точке. Только к какой? Вот к этой? Наверное, да. А, нет, это вторая. Потому что здесь факелы стоят. К этой? Во! Crazy Welder, это понятно. Уйдите отсюда. Уйдите. Пошло вон. Этого я даже почти добил. Так мне надо могилку сразу забрать. Окей, поболтали. Они меня прямо не хотят оставить в покое. Подходи по одному. Черт, волосатый. И ты, крыса зеленая. Так. Удаляем точки смерти, да? И пробуем выйти отсюда. Я бы с радостью им запретил тут спавниться. Зих прокачает армару, это уж да. Так, вышел. Пока в гейммод 1 будем работать. Куда мы попадем теперь в этом двери? В этом двери. Да, я видел. Так, мы попали в последний карман, который сгенерился. Ну, давайте попробуем, окей. Давайте попробуем. GameMode 0. Да. И какими-нибудь блоками. Да, на самом деле, даже, наверное, тем же самым каблом. Осветить пол святой водой будет. А, они не ставятся здесь так. И у меня что, был один кабл с собой? А, ну да, я же там до метки застраивал места, где я копал уголь. Пойдемте возьмем. Они появляются вне комнаты. Да, то, что они появляются вне комнаты, это ладно. Мне другое интересно. Как они в таком случае умудряются... как бы это сказать? Залетать в комнату. Взять с собой только каблу, оставить все остальное? Ну, давайте. Вот где? Вот здесь у нас, по-моему, было, да? Лик, 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 лик. И самое ценное. Лик. К чему? В смысле, не знаю. Ну, где-то что-то прочитал, что он дает сопротивление. Но. Осторожно, телефон. Реально сопротивление. Что такое сопротивление, блин? Русский Майнкрафт. Нет. А, грюбить умеют проходить через стены. Это действительно. Вот ты же, ё-моё. Очки не снял? Блин. Тут все снял. Все. Факелы. Факелы. 16 штук всего.
Ну, это понятно. Раньше можно было... А, во. Сейчас тоже можно. Я с собой не взял кирку. Ты, я молодец. Вообще они, по-моему, источают свет. Бежать. Не забыть, когда бежать. Хотя, может быть, попробовать здесь умереть. А то если сейчас выяснится то, что здесь при каждой смерти я куда-то непонятно возвращаюсь, это неприкольно будет. И все-таки очень здоровое помещение. Мне такое не сильно нужно. Снял, Бабблс. А вот теперь посмотрим по F7. Чисто. Не могут они здесь спавниться. Вот хоть вы что делаете. Так что факелы здесь даже не нужны. Блин, какая здоровая хрень. Все, у меня закончился кабл раньше, чем я смог даже четверть ее построить. Это было 4 стака. Подойдет как замена подвалом. Если я здесь буду умирать, то нет. В кармашках планирую на самом деле визора немножко пощекотать. Мы спать будем, ребятки? Надо кому-нибудь спать, нет? Но что-то я теперь не уверен, что это хорошая идея, если честно. Ну тык, дай мне. Вот. И надо взять хоть какую-нибудь кирку. Вот, железную. Шоткат с автрефил. А, Фефу нужна воля, так что не спим. Ну и окей. Вот золотая дверь загружает чанки внутри. Посмотреть описание остальных дверей? Да я даже не знаю, что я там могу увидеть. Тык. И здесь появилась ямочка. То есть, скорее всего, когда я здесь буду вызывать визора, эта зараза один раз бабахнет. И у меня вместо этого измерения будет ямочка. А там внизу еще и лимб, и вся фигня, да? И мы с вами вообще находимся на уровне 5. Я не уверен, что здесь есть бедрок. По-моему, это была плохая идея. Нет, так, конечно, с одной стороны, иметь карманное измерение неплохо. Но будет печально же. Давайте здесь попробуем умереть. Как мне это сделать? Ну сейчас я здесь все-таки пол замощу это, потому что я уж начал это делать. Не знаю, правда, зачем. А, я знаю, можно сюда поставить ТНТ. Посмотреть, что будет. Потому что сразу визора призывать как-то... Мне жалко череп в количестве 3, если честно. И там, кстати, я не помню, какое количество этого самого Soul Sand'а у меня есть. Slash kill? Нет. Что я делаю? Dark Scissor, а я пока сам не понимаю. Я хочу, чтобы у меня пол был из каблы теперь, видимо. А сервер не хочет, чтобы у меня пол был из каблы, видимо. 36 стаков каблы? Ну и ладно. Мне ее не жалко совершенно. Это слово совсем. Сейчас хотя бы половину доделаем. Попробуем умереться. Во. Ну, хотя это даже не половина, черт. Строительная палка есть. Ее крафтить надо. Привет, Тигран. Ребятки, визор пробивает обсидиан.
Откуда вот пошел этот миф, то, что визор... Откуда у нас здесь кровати красные? Там пираты спали, а ты у них забрала кровати. Печаль. Так, ТНТ. 5 пороха, 4 песка. Глазиком взрывать. Он не взорвет так. 5 пороха, 4 песка. Так. И рычажочек или кнопочку. У меня в сундуках вряд ли есть что-то, что другое, поэтому давайте скрафтим кнопку. Так, пойдемте взорвем. Миф пошел из ванилы. Я не нашел КЛМ. Он его не пробивает, взрываясь, он его прогрызает. А, ну может быть так, Феф. Но на самом деле суть это не меняет. Так. Ну и заодно... Нет, умирать пока не будем. Пока просто взорвем ТНТ. И, пожалуйста. Ха. Хотя он взорвал только эти самые, смотрите. Только каблу. Ладно, блин, вот я молодец-то, да? Тогда можно попробовать вызвать визора. Поучить от него и со спокойной душой идти заниматься чем-нибудь другим. Посторонний человек в чужое измерение, по идее, да. По идее, может. Какая у меня защита от взрывов? Холдер. Я раздетый. 5 слоев. Ну, батарашка, я могу чувствую все того. Случайно. Покоцать. Приятный звук. Раньше моды позволяли ему пробивать обсидиан. В смысле? Черт, у меня закончилась колочка. Спасибо. Че, будем визора вызывать? Фига себе, кокосовая бомба. Вот тебе на. Нету набалдашника на укрепление в 6-м там крафте, Владимир. Возле холодильника темновато. А, да. Точняк. Где моя? И вот эта штука. Давай-ка, Элем. И стекла, и стаума нету, флешка. Reinforced Obsidian был в экстраутеритах. Причем в 1.7.10. Дальше они не переехали. Стекло крафтится, флешка. Как оно называется? Warded Glass? Я не вижу такого. Так, осветить здесь надо. Ты видела у тебя здесь, да? Сейчас. Ну, я освещу сейчас этой уже. Освещал, да и... Ну ладно. Мне запретили освещать освещалдой. Так что не будем освещать освещалдой. А где остальные мои баблсы? Что происходит? Вот так. И что-то у меня вот здесь еще было. А, ну конечно же. Хейло! Так флешка в этом самом, в GI это должно показываться вообще все. Без разницы, изучал или не изучал. Я вообще там крафт здесь не начинал.
А, или Vendor IO, да. Ну, где-то, в общем, так. Так. Ну и что, это расталевую броню предлагаете сделать, да? Ай, блин, я же там забыл умереть. Ну, арк. Опять раздеваться. Давайте хоть книжки попихаем куда-нибудь. Снежок у меня вот тут какой-то. Кнопка. Мана орб. Освещал, да. Мне пока не надо, точно. Фрукт Хоруса. Этот кролик. Хочешь кролик? Пампкин. Хотя, может быть, сразу его попробовать убить этими чубриками. Ванильными, блин. Череп тут у меня какой-то. Resonating Wand можно убрать. Палочку можно убрать. Надо уже рюкзак себе сапгрейдить обязательно. Я этот сапгрейджу. Не надо мне еще один делать. Зачем мне два щита? Ну что такое-то? Вот, Tinker's Hammer сюда положить. Теперь чизл не влезает. Да, я понимаю, что ящички есть. Ящички мне не сильно нужны. Ладно, так, пойдем. Нормуль. Так, ну чего? На смерть верную идем, да? Ды-ды-ды. О, 6 накопилось. На двух визоров, если что. Я уже делал дайксвизор. Нету. А, Вань, курь чуть попозже. Чуть-чуть попозже. Кого апгрейдить? Биокабанитас. Там так удобно стоял верстак. Блин, сколько ж мне железа-то нужно угробить на это? Троих хочу, значит. 3×4 — 12. И, пожалуй, хочу еще запасных. Вот. 20 блоков железа. 4 тыквы. Ну, спасибо. Пойдемте. Покушать? Да, покушать надо. Покушать — это справедливо. Бургер с беконом и грибами. Вкуснятина, наверное. И сумочку выкинуть. Ну, вообще, с другой стороны, да, зачем мне это все? Мясо чупакабры оставить. А, так мне самому-то, в принципе, наверное, ничего и не надо. Вот так вот можем оставить, да? И баблсы все на мне. Ну, здесь, ребятки, варианта два. Либо умрет визор, либо умру я. Ну, собственно, логично, да? Големы быстро умрут. Но вот как-то ванильщики же умудряются это делать. Я подумал, что, собственно, ладно. Если это упрощает, почему бы нет? Троих сделаем. А куда-нибудь вот сюда поставим визора. Так. Ух. Это что такое? Что это за хрень? Что я вызвал? It's alive! Хреновый взрыв! Тут... Големы, спасайте, блин! Тут мелкий визор-псих. Где он? Я его вообще не вижу, даже не успеваю увидеть, а! Отстань от меня, упырь! Это что за хрень?
Мини-иссушитель. Действительно нежданчик. Так, теперь главный вопрос. В каком измерении я окажусь? О, в том же. Это радостно. Ты чё стоишь? Иди дерись. Дерись, иди. Да отстаньте вы от меня, приморы чёртовы. Ты умрёшь сегодня или где? Какие толстые. Блин, он еще сложнее, по-моему, чем обычный визор. Я сейчас умру, и сервак хватит. Спектры какие-то. Что происходит? Затестено. Ваниль 1.12.2. Визор не разрушает обсидиан взрывом, зато прекрасно разрушает его своими прожектайлами, пролетая через него. Големом бесполезно, однозначно. Бэйби-версии еще хардовее. Во-во. Где моя могилка? Ой! Ёшкин! Ну правильно, вас-то мне есть не хватало. Так-то у меня есть все, конечно, вообще отлично. Перед вами очередная серия войн. На этот раз в ролях Зигза Хэнши в роли Зига и Бэйби Визер в роли жены. Какой жены? Онтарио. И все. И я в другом измерении. Как это работает? Ну вот как? Ну вот что это такое? Да есть у меня сам инпалка, Феф. Вот такое ощущение, что реально рандом. Так. Делаем следующим образом. Не убиваем визора. Потому что это будет читерство. Блин. Как мне тут теперь это забрать? Отлично. Визор убивает Тремора. Только сегодня, только сейчас. Плачем по поводу потерянных ресурсов. Эй! Дверь! Он сбил дверь! Отстань. И как только мне теперь отсюда выбраться? Да знаю, как его убивают, волчик. Я пытался найти какой-нибудь неванильный способ интересный. А, вот, видимо, мимо древней фабрики пройти уже нельзя, да? Да я оделся. Ну так, Элли. Хотя нет, есть способ проще. Так, погодите, а я не понял, а где все мои вейпоинты? А, потому что я в карманах. Да, ремув. ТП-хаемся в овер. И ТП-хаемся домой. Какой ужас. И гейммод 0. Все, визор теперь будет жить в карманных измерениях, а я пойду ломать эту дверь. Никому не советую повторять то, что вы, собственно, сейчас наблюдали. Как там, не повторяйте дома, да?
Ну, в общем, если честно, я расстроен и озадачен. По многим причинам. Во-первых, почему вылез этот маленький хрен вместо большого хрена? Illumination Wand из астралки создает неразрушаемые блоки. Это бага в таком случае, если она это делает. Багов мне и так хватает. Без разрушалок, без всяких. Так, тыква, живи здесь, что ли? Я теперь вообще, если честно, не знаю, что с ним, блин, делать-то с заразой. А я не знаю, Спейс Лео. И теперь мы об этом никогда не узнаем. Давайте уберем отсюда эту дверь. Блин, а мне тут еще ведь... Ё-моё. Я же вышел из креативки. Надо еще разлом убрать. Где-то здесь был Rift Remover. Заботливо приготовленный эльфочкой. А куда только ты его делал? А, вот он, да? Нет, Rift Signature. А Remover где? Здесь? Rift Remover. Уходи. Разлом скоро закроется. Потому что Baby Mods. О, да. Тебе надо было добавить сборку Random Things. В карман измерений духов он убил я быстро. Видимо, убился. Перед взрывом защитить двери. А чем, когда визор разламывает все? Нету блоков, которые эта зараза не может разломать. Значит, будем вызывать где-нибудь внизу. Действительно, у бедрока. Ох. Жесть какая. Illumination Wand, создающие неразрушаемые блоки, не баг, а фича. А, из астралки Illumination... Он же делался там как-то через такую... Да, мне нужно совершил алтарь для этого апгрейдить. Резонирующий камень для этого нужен. Инфузия для этого нужна звездная. Starlight Infuser для этого нужен. Ну, в общем, я понял. Дальше мы с вами занимаемся астралкой. И будем пробовать еще раз. Вода не позволяет ломать блоки. Да, Эксезер, я это должен протестить в сингле. Я немножко не понимаю, что ты имеешь в виду. Как-то вода не дает ломать блоки. Давайте, ребятки, устроим перерывчик. И пойдем заниматься астралкой. Это спокойнее. По-моему, хватит на сегодня извращений, да? Так. Скоро вернусь, не скучайте. Продолжаем, ребятушки. Я забыл включить микрофон. Так, мне нужно будет много мрамора. Кстати, сути мрамора ведь наверняка тоже нужен. Давайте продолжать астралку. Блин. А для того, чтобы апгрейдить рюкзак, ведь из него нужно все вытаскивать, да? Кажется. И, кстати, как тут моя... Мои перки. 6-й уровень. Я думаю, теперь должно хватить. Даже могу дальше. Elemental Resistance. Или на 4 всех перков увеличивать. Нет, неинтересно. 5% армора. Плюс 1 максимальная жизнь. Давайте вот сюда пойдем. А я и сюда, и сюда могу пойти. Нет, вот. Плюс одна максимальная жизнь. И еще Elemental Resistance. И сюда теперь пойти не могу, да? Потому что нужно больше уровня. Но ладно, мы с вами немножко тут прокачались. В принципе-то. И я сюда залез с целью посмотреть все-таки, как делается следующий верстак. Так, текущий надо переделывать. Погодите, у меня же такой же есть. Или нет? Нет, у меня не такой. Привет, Джон Сиэс. Много сути мрамора. Сути мрамор. Пойдем со мной. А тут еще и другой мрамор. Мрамор. Star Metal Ore, кстати, там, по-моему, нужен для крафта самого верстака. Давайте посмотрим. Крафт самого верстака есть? Есть. Нужно 2 Стардаста и 1 Star Metal Ingot. Давайте вспоминать. Тут же точильный камень нужен, да? Точильный камень. В Грайндстоуне, да. Грайндстоун еще нужно сделать. Грайндстоун. Грайндстоун. А, ну он делается просто. Хоть и на алтаре. Требуется один любой мрамор, 2 доски и 2 палки.
Две палки. Две доски. И один мрамор у меня есть. Пойдемте. Ночь как раз. Еще одно сердечко мне добавила моя армара, это хорошо. И наконец-то вагонетки нормально ездят, да? Да. Это лучше, чем то, что я вам в прошлый раз пытался показать. Тут опять можно без пол лица остаться. Надо уже убрать их отсюда. Мне страшно каждый раз. Ну. Зато вот такие пролагивания есть. Ну и ладно. Я думаю, я переживу. Ну, давай. Ать. Ой, у меня тут двери открыты. Прелесть-то какая. Сначала делать... Какал-то этот, блин, гринстоун. Нафиг я его выключил. Я сегодня писать научусь нормально, нет? Блин, здесь же GI не работает. Павочка-резонявочка. Тык. Это я должен успеть. Да, сердечко добавилось. Ну, берем. Берем, отличная вещь, я тебе говорю. Стой здесь где-нибудь. Тык. И просто его потом правым кликом же. Две мне нужно таких. Тык. Что-то я не то сделал. Тык. Так. Тык-так. У нас с вами получился какой-то. Как ты называешься? Celestial Altar. Звездный типа, да? Вот он. Наш Celestial. Ой, тут много сколько всего нужно-то оказывается. Chiseled Marble 4. Я понимаю, что я в эту ночь не успею, но хоть сделать. Chiseled... Ну, Chiseled, где же ты? Chiseled. И два вот таких. Chiseled делается вот так. Это вот сюда. Star Metal Ingot и Celestial Crystal. Я почти все взял, что характерно. Ну, сейчас заодно с собой возьму еще и ритуал для призыва ночи. Уж извините, ребятушки. Но придется. Чтобы мини-визор не спавнился, надо посередине бошку ставить. Что-то я не уверен. Мне кажется, есть вполне вероятный шанс того, что он просто заспавнится, когда ставишь первую бошку без задницы где. Я аквамарин, точно. Razer Den, я не знаю, к сожалению, я не слежу. Я со астралкой вообще очень долгое время не играл. Собственно, это, по-моему, вообще первый раз, когда у меня на один... Господи. На 1.12.2 стоит астралка. Так, два аквамарина там было нужно и... Кристалл какой-нибудь. 183. А, он очень чистый, да? 60, 62, 45. Вот этот возьмем. Вообще какой-то никакущий буквально кристалл. Ритуал для призыва ночи у меня вот там живет. Так я тоже пока в сингл-мире в креативке тестировал визоров, ни одного мелкого не вылезло. Именно поэтому это было еще более удивительно. Еще более неожиданно. Так, а дальше нам нужен был Illumination Wand. Для этого было нужно два кристалла. Illumination Powder. Это еще, между прочим, один аквамарин. Давайте сразу попробуем собрать все. Я возьму весь аквамарин. Давайте вот этот Star Metal возьмем, наверное. Давайте заберем с собой все вот эти камушки. Мне там два еще понадобятся. Кстати, их же теперь растить можно, если что. Сейф из мультисторидж. А я, кстати, не знаю, разрушается ли он визором. По идее, не должен. К
Colonel Panic не согласен, потому что шанс вытаскивания этого визора все-таки маленький. ЛП в шарике у меня дофига. Кэлем. Я не знаю, у меня, наверное, не с собой сигила, но там было что-то много, я его не использовал. Кристаллы должны быть оттюнт? Нет, можно обычные. Неправда твоя, Малакаст. Крипихаус, хочешь сказать, что это 100% вероятность? Не получится, потому что я говорю, что в сингле я это пробовал. Не работает это так. Че еще-то нужно? Illumination Powder, 4 голдстоуна. Может его вызвать внутри сейфа? Да ладно, давайте попробуем сотворить Illumination Wand. Все, я ей сейчас начал заниматься. Stardust, Resonating Gem. Это тоже инфузия. Нет, для этого нужен Starlight Infuser. Это жидкий свет, куча мрамора, еще одна такая штука, 2 золотых слитка. Кстати, мне интересно, а куда я дел свой жидкий звездный свет? По-моему, где-то у меня на третьем этаже вот там вот был, вот он. Надо было по-хорошему тоже, наверное, перенести в туда. Потому что зачем ему здесь-то находиться? В смысле? А, окей. Пойдемте со мной. Штучки. Будете мне там все генерить. Эта дырка, правда, остается. Ну ладно, я думаю, что ничего страшного. Потом чем-нибудь заделаем. И ведро. Ведро у меня с собой есть. Это хорошо. Пойдемте. Что на один блок поставил Крипи Хаус? Строить инфузор лучше на улице. В смысле? Я вообще пока не знаю, куда его буду ставить. Астрономы на работу ездят на метро. Точно. На персональном, я бы даже сказал. Почти на такси. Только на рельсах. Маршрутка на рельсах. Ну, 2600. Так, куда поставить ритуал? Давайте начнем с него. Да, собственно, наверное, его имеет смысл поставить куда-нибудь вот сюда. Да будет здесь ритуал. Дальше куда-нибудь поставить звездный свет. Поставить его, наверное, вот здесь я буду, допустим, тыкать. Вот здесь можно тыкать. Вот здесь можно тыкать. Вот сюда поставим, а? Типа тык-тык. И вот здесь, типа, труба. Труба. На трубу экстрактор. На экстрактор колодезь. Под колодезь рычаг. И сразу можно сюда положить один аквамарин, чтобы было. А, да, конечно. Ну, я же как-то визора собирал, Крипи Хаус. Я его собирал примерно так же, как сейчас. Инфьюзер. Инфьюзер. Engraved 2. Пиллер. Я взял с собой пиллеры? Взял. Блин, тут уже другой рецепт лежит. А, ну мне сначала в любом случае нужен Celestial Altar. И здесь вот этот вот камушек подходил. Так. Давайте вызовем ночь. Простите, сервер. Резонирующая палочка. Ну. Не говорите мне, что у меня не хватает. Всего же хватало раньше. Он же почти полный был. Где там мой фокал-резонатор? Смотрите, как здесь все плавает в свете.
В лунном, в звездном. Красота — страшная сила. Давай, давай, накапливайся, ты сможешь. Аквамарин и не забыл. Что аквамарин? Структуру выстроить успеем. Если я сейчас начну выстраивать структуру, у меня перестанет работать вот этот вот верстак, ребятки. Поэтому сначала верстак, потом структуру. Че, реально, что ли, что-то забыл? Тьфу, блин, спасибо. Бум. Я-то не понял, к чему вы. О-о-о. Эльфа себе сделала 20 сердечек или сколько их. Второй ряд полный, короче. Ну блин, ну сделаешь ты сегодня люди. Чё так медленно крафтишься, эта штука? Как она их сделала? Через nutrition. Через вот эти параметры. Правильным питанием. Ну блин. Или опять что-то не сработало? Ништяк. А теперь можно строить опалубку. Так, опалубка. Блин, хрен его знает, сколько здесь блоков. Раз, два, три, четыре, да? По три с каждой стороны. Здесь есть один, два, три. То есть вот это все мы заменяем на сути. Сейчас чувствую еще и мою вот эту вот красоту напольную тоже придется куда-нибудь убирать. И вообще на дальнейший совет для самого себя, ой-ё. Надо закрывать двери, когда ночью занимаешься астральными науками. Да блин. Бдых-бдых, бдых-бдых-бдых, бдых-бдых. Бдых-бдых-бдых-бдых, бдых-бдых. Дык-дык-дык, дык. Дык-дык, дык-дык, дык, дык. Ага. Раз, два, три. Блин, да, здесь тоже сути. А у меня под ним, вы помните, что стоит? Понятно, сути. Раз, два, три, четыре. Пф, я кривой. Так. Все ровненько? Все ровненько. Дальше. Идет кирпичи и что-то непонятное. Обычный мрамор. Охренеть. А под этими штуками у нас что стоит? Тоже обычный мрамор. Погодите, что-то не так. Блин, столбы переносить надо, я понял, что не так. Ну давай, рассыпайся ты уже, блин. Кстати, здесь тоже должен быть сути. Если что. На секундочку так. То я потом буду удивляться. Чего же у меня ничего не работает? В левую руку если поставить? Давай попробуем, Феф. Показывает. Тек. Два, три. Блин, а здесь же есть обычный мрамор. Зачем я его убираю? А, это необычный. Дык-дык-дык. Дык-дык-дык. Так, обычный. Неиспорченный. У меня есть обычный неиспорченный. Только это из чизла. Давайте его переделаем весь в астраловский. Вот так же. Так, дальше что делать? И все это дело аккуратненько кирпичиками обставить. Ой, не влезет, ой, не влезет.
Ой, прям чувствую уже, что вот не влезает. Будешь искать свет с дельтаплана? Вариант. Дык-дык-дык-дык. И вот так. Я же все правильно делаю вроде? Так, кирпичи. 53 их у меня. Это те кирпичи. Хоть, блин, на меня здесь капает. Обсерватория с дыркой на крыше. Так. Все, опалубка закончилась. Там по 5 должно быть, да, сбоку? Раз, два, три, четыре, пять. Да, вроде все правильно. Так, теперь здесь 4 каких-то рунд марбл. 4 рунд марбл. Так. И ставятся они посередине на обычный мрамор. Вот сюда. Блин, у меня есть свет. Я, кстати, с собой не взял палосвечалку. Да не, не надо. Так. На палку, в смысле, на эти штуки ставятся по 2 пьедестала. И дальше вот эти вот. Чизлд мрамор. Вот так. Так. Готово? Работает! Как успехи с сервером? Пока никак, Дайксидор. Окропил кровью, точно. А зачем я это делал? А, ну да. Illumination Wand. И для этого мне был нужен вот эта хрень. Так. 6 вот таких, да. Дальше. 2 chiseled. 1 rune. 2 engraved. 1 rune. 2 engraved. Вот такой, да. Давайте попробуем это все поставить. Ой. Ну, сервер. И не сломать. И не перепутать. Вроде так. Нифига не так. Вот так. Сверху еще 2 золота. По центру Star Metal Ingot. И здесь одно ведро с жидким светом. Бульк. Так. Вот столько нам нужно. Ровно половинку, серединку. Чем круче алтарь, тем больше у него буфер. И это да, флешка. Тут вопрос, хватит ли теперь у меня света-то. Пойдемте пожрать надо. Ой. У меня есть чупакабра. И надо взять освещалду. И заодно поесть еще чего-нибудь вкусненького. А то я не наелся, зиг голодный. Релеи нужны. В принципе, релеев там тоже сколько-то валялось. Наверное, можно взять. Единственное, что я не помню, как ими фокусировать свет. То есть их же, по-моему, не просто ставишь. Их же ставишь, что-то с ними сделать надо. Вы что, реально завтра работаете, люди? Релеи и коллектор кристаллы.
Да, там такие маленькие структурки, точно вспомнил. Может быть, тогда будем надеяться, что у нас и так все нормально будет, а? Как вы считаете? Вот и линза, может быть, нужны. Там действительно что-то было нужно до хрена всего. Давайте возьмем с собой на всякий случай релеи. Освещалду. И я сюда поесть приехал. Эльфа тут что-то все делает, что-то все готовит, готовит. Готовит, готовит. Что съесть можно? Съем спагетти и фрикадельки. Посменный график не зависит от дня недели. Я знаю, Биокубанитес, я 2 года проработал сутки трое. В релей линза ставится. Я не помню, как это работает. Ребятки, мне лень. Верите, нет? Просто лень. Когда станет не лень, тогда, наверное, сделаю. Но я думаю, что половину-то должно доделаться. Половина должна быть. Не бывает такого, чтобы половины не хватило. Так. Немножко маны появилось у нас. Теперь мы сможем осветить чего-нибудь. Релей добавляют мало, обычные контроль, коллектор кристаллы больше, селестиал кристаллы еще больше. Главное, чтобы статы были высокие. Понятно. Какую программу используют для менеджмента звука? Никакой. Звук идет чистый с микрофона напрямую. Необработанный. Злому Криперу понравилось писать аптайм, не переключив раскладку, да? Я специально добавил Корвину эту команду, и специально о ней никому не говорил. Чтобы вы порадовались. Что такое мистический верстак? А, нет, там крафт. У Дамирки есть. А, ну да. Спасибо большое моду Wizardry за наше счастливое детство, блин. Видите, да? Посох больше не работает, это больше не освещалда. Тогда мне в любом случае срочно нужно делать освещалду, черт, а я с собой даже факелов не взял. Не бака фича, именно. Так, ночь сервер, простите, пожалуйста. Как считаете, хватит, не хватит? Я считаю, что хватит. Флешка так и задумывалась. И Аленка к нам пришла. Привет, Аленка. В рюкзаке 64 факела? Во, за эту информацию спасибо. Я их туда на самом деле засунул, знаете, на случай, что вдруг понадобится. И еда там еще есть? По-моему, нет. Седлы есть? Нет, еды нет. Ну, чуть-чуть, еще чуть-чуть, совсем-совсем чуть-чуть. Ей. Нет, ребятки, работает на самом деле только на аптайм. Потому что именно аптайм я сам набирал не в той раскладке. Именно в этот момент я решил, что надо добавить такую команду. Так. Инфузория моя. Туфелька. Как ты работаешь? Кажется, не так. Блин, надо... Чё? У-у. Видали? Там кристалл есть.
Блин, а меня там не сожрут, интересно? Инфузия. Инфузия, не исключаю, что у нас в созвездиях. Starlight Infuser. Ой, там же надо наливать свет вокруг. Ё-моё, там же какая-то хрень. Там же что-то делать надо. Блин, там вот эту дуру делать надо. Я вспомнил. Вот эту вот фигню. Так, качаем пункта свитчер и случайно себе делаем RMRF где-нибудь на сервере. Никогда не понимал этого. Вот лучше я опечачусь, чем буду 20 раз пытаться понять, почему мне, допустим, пароль не подходит. Делал ли я портал телепортации? Нет, только в креативе, когда делал обзор. Ох, ухонюшки. Starlight Infuser, есть такое. Мрамора нужно 8. Лапис лазурит, понятно, лапис лазурит. Лапис лазури. Ну, отдай мне эту штуку, пожалуйста. Тут пока нормально? Собираешься пока? Водой, интересно, он там не разбавится у меня, не разбодяжится случайно? Будет бодяженный звездный свет. Невкусно. И где бы тогда нужно придумать, где его строить, кстати? Ему же, по-моему, звездный свет-то не нужен. Можно... О, отлично. Вот вообще все. Все вообще зашибись, как я хотел. Да блин, да вы издеваетесь, что ли? Когда мне не надо было мучить, вы меня мучили. Где-нибудь вот здесь, наверное, влезет. 7 на 7 на 7 же она же. 7 на 7 на 7 на 7 на 7. И у меня появилось 7 дерева. Это очень хорошо. Я себе здесь смогу сделать сундук и верстак. Верстак у меня здесь есть. Есть? Я же делал верстак. Кто спер верстак? Ну, блин, здесь был верстак. Верстак, живи здесь. Сундук. Живи здесь. Тык-тык-тык-тык. Тык-тык-тык-тык. Тык. Вот так. Автозаполнялка этого алтаря только со следующего уровня алтаря. Да и ладно, Каэлем. Это пофиг. Суть мрамор, кстати, тоже надо здесь оставить. Поехали, что делать? Лазурит, мрамора еще весь, наверное, сюда притащим сейчас. Да ладно, мы все равно там что-то. Блин, очень жалко, что я эту штуку не могу повесить, допустим, на этаж на какой-нибудь, да? Она же должна, по-моему, видеть небо. Я же не могу ее под крышу запихать. Лазуритик, лазуритик. Кстати, может быть, ночь пропустим, а то дождь уже немножко что-то задолбал. Ну что еще не доделан? Он вполне себе играбельный, он, хотя, по-моему, в бете до сих пор. А так, я не знаю, есть ли у Азанора плана его доделывать или нет. Структуру мы делать собрались, для этого мне нужен был лазурит. Я вспомнил, что мы делали, ребятки, это прогресс. Зиги вспомнил. Что еще нужно? Ну, созвездие же нет. 1, причем лазурит. И куча мрамора. И 12 ведер. Ну да, 12 ведер. Ёшки-матрёшки. Минуты 2-3. Где-то так-то. Я не Сири. Вот. Мрамор я, по-моему, весь туда же закинул, нет? Нет, я не мог отсюда весь унести. Здесь его 400 с чем-то там. Возьмем вот столько. И, конечно же, поехали в вагонетку. Поехали в вагонетку. Поехали в вагонетке. Я могу себе сделать разлом. Возвращаемся к тому, с чего начинался стрим, да? К дверям. Кстати, надо бы сегодня еще в дверки нос сунуть.
Сколько еще будет идти стрим, не знаю, Ancient Warlock. Может, около часика или около того. Сколько там натикало-то? 6.22? Ну, до 7 точно. Да, птиц, вагонетка. Застревалка такая вот. Давай, вагонетка, отстревай. Тык. Я так что-то на самом деле пока перекуривал, думал, а зачем здесь? Чего бы вот не здесь сделать? Уголь! Влезет он здесь. 7 на 7 же он, да? А боковины, соответственно, 5. Боковины 5. Вот эта серединка, да? Это же серединка. То есть надо-то всего навсего сделать 3, 4, 5. И будет здесь такой вот рядышком из окна виден алтарь инфузии. И начинать этот алтарь инфузии... Феф собирался в 8 постримить. Ну, до 8 вряд ли дотяну, если честно. Ну, посмотрим. Опять коробку белую строить. Да! Не пробовал я выяснять, от чего именно с серверу так плохо. Домерка... Ой, господи, домерка Ваня. Фиг его знает. То есть, ну, допустим, я узнаю, что это реканиты. Что я могу, смогу с этим поделать? Потому что есть ощущение, что это все-таки они. Я же не смогу их убрать из сборки. На них же все, что называется, держится. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Еще один здесь. Вот так сделаем. И нормально будет. Вполне себе. Зато блок лагов, кстати, нету. То есть его откатывает, но блок лагов нету. Это, видимо, кстати, этот самый. 1.12 так работает. 4, 5, 6, 7. Такое небольшое будет укромное помещение. Хорошенькое такое. Аккуратненькое. Сначала квадратное, потом не очень. Дерево там вот опять единственное, что нужно будет убрать. Дрим-дрим-дрим-дрим-дрим. Помнится, что кто-то говорил, ликаниты не главное. Ну как, ликаниты, конечно, не главное, но без них будет скучно. Вот честно. То есть, если я уберу ликанитов, можно будет спокойно, без зазрения совести, ходить, допустим, в Незер. Ну, ребятки. Это же неинтересно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. На раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все. Все правильно, только вот то дерево нужно убрать. Да блин, откуда тут столько деревьев-то, которые без этих? Без нижних частей. Я вроде аккуратненько здесь сносил. Ой, Энд. Вот тебя-то двое. Вас-то мне, ребятки, не хватало. Они мне что, уголь дали? Откуда у Энтов уголь? Они хотели совершить аутодафию. Не. А тут что, вечереет, типа, да? Я теперь спать буду бояться ложиться. Чтоб не как в прошлый раз. А, я их сжег. А это, по-моему, уголь-то не древесный. Это вполне себе обычный уголь. Каменный. Так. Как тебя строить? Что это за мрамор? Это, наверное, арк. Который. 40 арк мрамора. Арк мрамор. Феф, не спи, Феф. Хотя ладно, Феф, давай поспим. Спим, Феф.
Ну, поспим, поспим, ладно, ничего страшного. Фантом, откуда инфа? Каким профайлером смотрел? Аркт. Много аркт. А давайте сразу посмотрим, что там нужно еще. 12 обычный мрамор, 4 чизлд. 12 рунд. Рунд. 32 сделаем, пофиг. Рунд. 4 чизлд. Пофиг. Тоже сделаем много. Ай. Вот сюда вот можно всякое барахло сложить. Хотя, блин, ну вот начинается. Только построил новый сундук, уже барахлом забит. Ну как я так умудряюсь? 8 marble pillar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это так и быть, сделаем вот таким. И перевести. Ой, чизл мой сломался, чизл! Давай. Где? Ты где? Ой. Шапочка пиратская летает. А, спасибо. По поводу алхимии надо баночку из холодильника достать. Птица, что там у тебя? Что там у тебя за колдунство? Че, все что ли? Окей. Так, внизу выдолбить обычным мрамором дырку. Ой. Да и хрен с ним. Так, выдолбить дырку. Дырка выдалбливается вот так. И сюда поставить обычный мрамор. Так, дальше что сделать? Дальше аркхами застроить эту дырку и боковинки. Аркхами застроить дырку и боковинки. Как я понимаю, вот так. Здесь можно какие-нибудь пофигу любые блоки поставить. По идее-то. Углубить на один блок ниже? Ой, ё-моё, а зачем, Дайксизер? Уйди. Только. Где моя пулялда? Где он? Зараза такая. Принудительное путешествие, видите ли. Ягоды у меня какие-то здесь, блин. Семечки какие-то. Дык-дык-дык. 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 Обычным мрамором, что ли, заставить? Заставим каблой. Потом что-нибудь поменяем. Раз-два. 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 О, там даже не видно, там можно не менять. Так, сверху, соответственно, будут вот такие блоки. И дальше. О! Павочки! Справа и слева. А, ну дальше, собственно, все арками и заделать. Я тут кто не залезу. Кабл на помощь! Не здесь. Бум. Бум. Как бы это сделать-то попроще? Бум. Бум. Блин, промахнулся, не долетел. Ну как так? Бум. Бум. Ой! Почему я не долетаю? Бум-бум. И вот так, да? А здесь мне это как делать?
Дурацкая структура. Во. Так же? Все же? Вроде все. А, лазурит-то. Вот здесь должен быть. Между прочим. Вот бы я сейчас долго бы удивлялся, что не работает. Так, убрать отсюда лишнее. Он, конечно, ничему не мешает, но внешний вид портит прилично. Все? Все. И теперь сюда. Эй! Я же убирал. Ну, ё-моё. Верни назад землю. Здесь убрано? Убрано. Так, и теперь осталось накопить и налить 12 ведер жидкого звездного света. Разве нет смещения в центр на один блок? Диаблистик. Нету. Все квадратно. Все вполне себе квадратно. Нет ли у меня с собой... А это что такое? Иммунайзер из ликонитов. Ни хрена себе. Прикольная штука. Нафиг не нужная, правда. Надо, на самом деле, наверное, перед боем с визором вот таких вот нажаться ликонитовских вещей. Может, проще станет. Ладно, сейчас натаскаем. Авось заработает. Когда-то я это делал быстрее и проще. Тогда, когда я игрался с Astral Sorcery через пару недель после того, как сделан ее обзор. И к тому моменту я еще ни хрена не забыл. В отличие от того, что случилось теперь. Тех аптец ты ничего не видел. Восемь блоков в центре выглядят по-другому? Если честно, да. И вот здесь, кстати, на самом деле, блоки тоже выглядят немножко по-другому. Но я же... Это рунд марбл. Это вот этот вот. Спасибо, Истон Маус. Взять тэнк с собой? Да, лапка, можно. Вариант. Ну, сейчас... Тут действительно надо сделать вот так. Черт ее дери. Как он быстро, кстати, испаряется. И вот эти блоки, между прочим, тоже такие же. Так же? Сервер, отомри. То есть получается, что их 8, 9, 10, 11, 12. Да. Кристалл жалко, Крипи Хаус. Да, флешка, я так тоже делал. Ну, собственно, решил, что так, наверное, тоже можно, скажем так. Тэнк, пойдем со мной. Дык. Да, точняк, так быстрее получается. Что-то я это туплю маленько нынче. Это все дурацкий маленький визор. Он мне все планы вообще попортил. Блин, одного ведра не хватило. Ну все, одно ведро я заберу так. Все? Вроде да. Так, и теперь если я сюда типа положу аквамарин, он должен начать изменяться, да? И при этом он, скорее всего, сожрет какой-нибудь из блоков света. Пук. Ломается, ломается. Не работает. Так? Работает. Но вот все-таки астралка очень красивая, кто бы что ни говорил. Готово! Бла-бла-бла-бла-бла-бла! Дейзи!
Большое спасибо за подаренный флешки ресап на третий месяц. Большое спасибо за поддержку. Ей! Смотрите, а, нет, один все-таки ушел. Только хотел было сказать, что никто ничего не съела. Нет, съела. К сожалению, съела. Вот здесь не хватает. Ништяк. Так. Отлично, у нас есть такая штука. Давайте сделаем еще одну. Потому что ты хочешь освещалду красивенькую еще одну? Тогда я буду сразу делать две. Правда, нам тогда понадобится две вот таких штуки. Ты принесешь еще 4 глоустоун даст? По-моему, да, по-моему, остальное у меня есть. Но только надо будет еще дождаться ночи и немножко покопать еще вот этих вот кристаллов. Или вообще поставить их расти. Ну, у нас таких нету, если ты про это. Вот таких. Кстати, как раз ночь близится. А зачем? Это нет, это под землей ищется. Смотри, как красиво. Блин. Во. Два теперь у нас есть. Хрень из глоустоуна делается по 16. Окей, не надо. Я не посмотрел. Спасибо. Почему? Четыре глоустона и один аквамарин. Главный приз аквамарин. Дык-дык-дык-дык. Бумк. Так, 16 дурацких хреней. Рунд-мрамр. Рунд-мрамр. Хрени. Стардаст. 4 штуки. Стардаст 4 штуки. Это здесь. Дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык. Б... Бдык-бдык-бдык-бдык-бдык-бдык-бдык-бдык-бдык. Какой у меня плотный слиток не хочет обрабатываться в пыль. Слиток, обработайся, пожалуйста, спасибо. Бдых. Ну, бдых. Кристаллы растут долго даже под линзой роста. Да что-то я не обратил внимания, что прям-таки долго. Не, мы сейчас обязательно накопаем, пока ночь. В любом случае. По центру нужно трезонирующий хрендель. И дальше два кристалла. Вот смотрите, здесь прямо рядом просто есть один. Прямо где-то вот здесь. Х1. Сейф. О, здесь спаун совсем уже недалеко. Да, точно. Все время забываю. То, что звездный свет нашелся недалеко от спауна. Есть еще где-нибудь? Фиг, я куда-нибудь так залезу, блин. Где моя... Че? Я хочу вызвать глаз. Хочу поискать немножко. Так, получится? Да, получится, отлично. Хочу еще немножко поискать траву-травушку. Не траву, а эти, каму-камушку. Созвездие тут на небе, красиво так все. Shift не нажимать, главное. Ни в коем случае, блин, не нажимать Shift. Че, и все, что ли? Один док нашел? Зигзагар, кто такой агар? Ой! Спасибо тебе, девочка.
На тебе. На тебе. То есть, видите ли, заставляет меня летать. Не бойся, это я на глазике. Блин, из-за того, что... О. Ну, что, я стрелять не могу? Я не знаю, что это, меня оно немножко пугает. Окей, оно меня сильно пугает. Я пытаюсь от него вообще лететь. А лететь не очень получается. Это он на меня такой сильный яд наложил, что ли? Они же даже уже улетели уже все. А мне все еще хреново. Бедненький. Его тоже отравили. Я же сказал дизмисс. Тяжко. Вкусняшка в ящике, это вкусно. Ууу, что это такое у нас? Чикен карри. Агар, безумный чернокнижник, создавший злобоглаз и Минотавра. А, ну Минотавра я еще не создавал. Визор с глаза расстрелять? Можно, Крипи Хаус, но я боюсь, что визор умудрится здесь нахрен все порушить. Пока я буду пытаться за ним добежать. Окей, можем пойти покопать вот там. Сейчас, я выкину мрамор. Дефнал есть? Есть. Ну. Ну, окей. А что нас ждет внутри? А, ну вот. Сюда. А зачем мне за тобой-то идти? Вот здесь нам надо прокопаться в самый низ. Я буду делать вот такую маленькую лесенку. Мне лень. Блин, я тут еще не вижу ни хрена, потому что ночь. Я свещал, да у меня нету. Могу факел его только ставить. Так, надо выключить эту штуку. Она меня немножко раздражает. Оф. Сейчас будем опять копать. До бедрока. Зигзаг-кланкер еще далековато, но зигзаг-агар нормально. Что, абсент? Зеленая в бутылке? Ах, фиг его знает, но написано, что эта штука помогает от всяких недугов человечьих. Я почему и сказал, что нужно вот этого вот напиться и идти с визором драться, потому что он там выключает что-то прям много всего. Может быть, это и помогло бы. А может и нет. Ну почему ты так делаешь? Я заблудился. Куда копать нужно? Сюда. У меня что? О-о-о! Да ладно, передо мной кто-то. У меня запасная батарейка пошла в ход. Ты там вниз будешь раскапывать, чую. 59 только, ну блин. Я поближе не мог найти что-нибудь? Там, на высоте 20, допустим. Я даже уголь сейчас собирать не буду. Да вообще. Хочется уже докопаться до туда и успокоиться. А потом все-таки посмотреть, как растить кристаллы. В своем же собственном обзоре. Напиться и драться звучит как девиз. Да, Алекс там... Привет, Мимакс. И счастливый Эмеральд. Не, под себя не хочу. По многим причинам. Вот, под себя, в принципе, неправильно согласен.
Вроде кинуть кристалл в жидкий свет, чтобы он вырос. По-моему, да. Но, возможно, там действительно нужна какая-то линза. Вот единственное, что я не помню, она обязательно нужна или она желательна? Ничего, сейчас мы возьмем, ну или найдем, или не найдем вот эти вот рок-кристаллы какие здесь и почитаем. Просто уже 24-я высота, ну не бросай же его здесь, к тому же учитывая то, что он вот совсем рядом так заспавнился. Ё-моё. Лазуритик. Ау, ау. Я во что-то бьюсь башкой. Ну блин, сервак, ты нахрен вовремя. Здесь по-хорошему надо бы что-нибудь вроде вот. Ау, ау, кто это был? Уйди, 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 поганый. Уйди, тварь. Грю. Я вас, блин, припомню. Грю. Твари нехорошие. Естественно, я должен был прокопаться в какую-нибудь дырку. Ну, как же иначе? Какая отвратительная рожа, пишет птиц. Вообще. Что тут? Электротин? Электротин. Что там у нас? 8. Почти. Лед здесь. О, бедрок. Все. Надо включить мою эту самую точку. Где она? Она вот там, где ты стоишь. Вот от той точки надо качать. Качать. Копать. Майнкрафт, он дырявый. Не то слово. Где-то здесь должен быть. Должен быть кристалл. Где-то здесь должен быть кристалл. Вот он, я нашел кристалл. Ух ты, три кристалла, ей, три кристалла. Круто. Зик не находит пещеру, они генерируются от его присутствия. А Ancient Warlock говорит, что у него рожа пострашнее, когда он пьян. Ну, по идее, можно пробовать найти второй, но не факт, что он здесь окажется. Хотя это можно будет проверить. Не, зачем ты лесенку копаешь? Как мы теперь выберемся? Кабла есть. Лесенка тоже. Я думаю, что ночью надо будет просто посмотреть. Есть, ну, остался ли здесь кристалл. Если остался, то копать. Если не остался, то ну его нафиг. Так будет проще. Чем сейчас пытаться копать непонятно с какой, как бы... Ну, непонятно, найдем или не найдем. Так что я пошел наверх. Чатик, не смотрите сейчас на экран. У вас может случиться головокружение непроизвольное. Мы еще не видели его в бикини, господи. Так. А тут, между прочим, опять дождь. И немножко мрамора. Так. Рок-кристаллы. Спасибо, поблевал. Вот, Дексизер, я там же. Зиг, пропускающий уголь. Да, Вань. Бывает и такое. Так, 184, 196, 169, 77, 51, 67.
Нет, у меня вот есть один Rock Crystal, который мне жалко. Он прямо чистый. Остальные, в принципе, вообще пофиг. Эти еще вот и маленькие. Хотя это 77 тоже ничего вроде. Давайте его тоже оставим. А вот эти два израсходуем. Раз кристалл, два кристалл. Нифига себе нужно! Пипец. Атюн. Вот. Кристальные кластеры. Звездную пыль в жидкий звездный свет. Сначала. Да. Значит, нам нужно взять какой-то кристалл. Ну, давайте вот один из тех двух, допустим, да, который 77. Нужно взять звездную пыль. Предварительно ее, конечно же, немножко обработав. Факел не надо ставить. Пустое это дело. Потом взять ведерко звездного света. И, блин, что-то сделать. Закрывать дробриджами крышу? Да ладно. Еще не коллекторы? А почему есть коллекторы? Кристальные кластеры. Если вот про эти коллекторы, это да. Это вот по-другому все. Я просто хочу вырастить кристалл. У меня же он получится с удвоением, по-моему, не? То есть, допустим, где-нибудь вот здесь. Да вот прям вот здесь. О! Прям сюда вот так налить. Кинуть. Ну так же, нет? Чего я опять не так прочитал? Но... Placing Stardust into Liquid Light. То есть тык. А я не могу ее туда плейсать. Ну и что, теперь туда просто кристалл вот этот скинуть, да? Так? Он же должен превратиться в такой синенький маленький. Это же, по-моему, вот так работало. Или я что-то путаю опять? Placing stardust into liquid starlight. Subsequently tossing in a crystal. А, то есть типа он сам вырастет, да? Его вот так вот оставить и все. Но вообще какие-то партиклы идут, видимо, работает, что там происходит. А, да, точняк, все, вот он. И теперь эту хрень надо ждать, пока вырастет. Окей. Да-да-да. Просто мне казалось, что это делалось быстрее немножко. А здесь-то что делать со звездным светом? Ночь. Столько-то уже может и не хватить. Удвоение, просто скинуть Rock Crystal в звездный свет, дождаться, пока сайз перейдет через максимум. Так раз кристалл разделится на 2, и пьюрити будет выше, да? Выглядит как лишай. Блин, еще тут дурацкий этот дождь. Дык. Все остальное вообще не отсюда. Вот это, кстати, тоже очень тут нужно. Прям пипец как нужно. Придется ставить штученьки. Ну, блин. Штученьки. Линзочки. Ну и куда я их поставлю? Вот сюда вот их поставить. На третий я поставил, да? Вот так. Вот так. Поможет? Хрен его знает. Опять привет, Зик. Что вы успели сделать с момента крафта инфузории и туфельки? Да, в общем-то, ничего особенного. Вот, собственно, ресурсов хватило на то, чтобы попробовать сделать первую освещалду. Если хватит света. В чем я уже, если честно, не очень уверен. Это растет кристалл у меня там. Феф, ну...
Да не, наверное, не надо. Или тебе прям хочется поспать? Если прям нужно, ну давайте поспим. А у меня в любом случае не хватает здесь света. Мне в любом случае надо извращаться. Это максимум. Ну вот видишь, надо вот столько, а есть вот столько. Ладно, ребятки, я думаю, что на этом мы с вами будем стрим завершать. Я обещал достримить до 7, я достримил до 7. Так что, наверное, на этом будет все. Дальше я пойду смотреть свой обзор, смотреть, как правильно растить кристаллы, смотреть, как правильно фокусировать звездный свет в алтарь, потому что иначе здесь ничего не получается. И, соответственно, мы с вами уже увидимся в следующий раз. Будет ли это завтра или не будет, пока не знаю. Может быть, вообще завтра будет не Майнкрафт. Да не, кого я обманываю, это будет Майнкрафт. Если будет, конечно. Вот. Но я надеюсь, что вам понравилось, ребятки. Большое спасибо всем, кто сегодня присоединился к стриму. Большое спасибо всем, кто подписался или переподписался. С вами был Зиг Захэш и немножко эльфочки, она же голос за кадром. Ребятки, мы с вами увидимся в следующий раз. До новых встреч, как обычно, всем счастливо! Покеда!